Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и поиски информации о Черном Бароне продолжаются. Известно о нем ни много ни мало 32%. Вам нужно достать информацию от клана Зека, кто-то из них должен знать о местонахождении барона. Но кто, пока неизвестно. Будем летать, будем ловить, будем выбивать, доставать, выколачивать так нужную информацию. Есть квест, но пока что я к нему не обращусь, а может быть и начнем, пройдем. Нет, для разминочки, я думаю, надо куда-нибудь слетать, чтобы привыкнуть к этому кораблю, потому что прошлые разы как-то не очень получалось. В магазине ждет покупки своей филя свирепый абордажник, ну, я не знаю, пускай ждет. Большая пушка тоже сейчас, наверное, ни к чему. Ладно, я вот думаю, здесь у меня на этих двух пушках стоит вампир. Стрелок недостаточно опытный. Может быть, Хэнг Жао поставить вот сюда, а этого вампира на эту пушку. Пушка, кстати, она средняя ракетница, а не пушка, наносит большой урон кораблю. То есть она не бьет, наверное, по отсекам, а лупит сразу по кораблю в общем и отнимает его хитпоинты. Наверное, так. Здесь у нас паштет все так же злой, и добрым, наверное, он не станет. Радист очень опытный и замечательный, и вдохновленный. Здесь у нас киллшот. Он у нас на разносе боеприпасов. Хотя скорость его невелика, лучше бы, наверное, сюда поставить того же самого Хэнг Жао. Ну а кто будет стрелять? Не киллшот. Хотя имечко подходит, но урон так себе. Да и вообще он из радистов-то. Ну подберем, может мы стрелка подберем по новым параметрам. Ну и читер, конечно, на капитанском мостике управляет кораблем. В общем, вылет, я так понимаю, полетели. Только куда будем лететь? Напряженность кланов серьезная. Да и не видно, где этот клан Зекха. Я думаю, что полетим к роботам. Клан 50-51, роботы. Погода здесь солнечная, здесь обычная награда, здесь неизвестна, и уровень сложности неизвестен. Но давай, хотя, вот здесь же известно, что обычная награда. Обычная награда все-таки лучше, чем неизвестная. Давай сюда, атака. Вылетаем. Ну что ж, начать. Все по местам. Так, открываем отсек. Видишь как, если бы вы меня не научили в комментариях, как быстро и ловко открывать эти отсеки, я бы так и, наверное, и мучился, открывая их по одному. Угу. Так, ну что, боеголовки-то уже известно где. Давай весь урон вот сюда. Да? Посмотрим, что получится. Огонь. Значит, ты сразу киллшот. Хватай ранец боеприпасами и тащи его сюда. Замораживают, гады, замораживают. Ну ничего, давай у вороты. Корабль противника уже просто дымится и горит. Киллшот, бегом назад. Может быть, привлечь все так же читера, а? Киллшот не успеет разносить все-таки. Давайте посмотрим. Ладно, что там смотреть? Давай открывать. Открывать. Ага, орудие. Корабль противника, он просто уже повержен. Нет, он не успеет сюда. Не успеет. Значит, читер, бегом за снарядами. Бегом относи сюда на всякий случай. Открываем остальные отсеки. Корабль противника полностью уничтожен. Наверное, благодаря этой ракетнице. Но это и не было сложно. Но информации никакой мы не получим. Зато получим какую-то монету. И это тоже хорошо. Это все-таки неплохо. Починить корабль 80. И что у нас здесь? Средняя энерго, средний огнемет. Вот, пожалуй, огнемет я почему-то хочу. Степан Губа.
Стрелок. Радист. Нет. Давай я приобрету средний огнемет. Наверное, может быть... Но это вместо только ракетницы. Ну, будем пробовать. Будем экспериментировать, что лучше. И лучше вообще есть что-нибудь. Может быть, на ограбление сходить или нет? Или вылетим? Вылетим в грозу? Гроза может нанести вред кораблю. Тогда лучше на каменной стене вылетать. Потому что можем гореть. Можем гореть. Что же делать? А информация-то нужна? А сложность-то неизвестна? Даже не знаю. Каменная стена. Каменная стена. Ну, давай попробуем. Давай попробуем вылететь на каменной стене. Возьмем пушка. Обычная пушка и энерго. В основном наносит урон секторам. Хенг Жао, становись сюда. Читер, становись сюда. Радист, дашь паштет злой, становись сюда. На энергоустановку станет у нас киллшот. Потому что все-таки к ремонту у него бонус больше, да и опыта вообще больше. Пускай здесь и занимается делом. Больше никаких участков, отсеков у нас рабочих нет. Ну и ладно, ладно, ну что ж, пробуем. Атака. Пробуем. Вылет. Гроза, черт побери. Начать. Все по местам. Значит так. Так, получится открыть? Да, получится. Все орудия распределяем вот сюда, пока не нашли другого. Огонь. Боже мой, ничего себе пыляет. Ничего себе. Бегом сюда в отсек. Так, снесли это все. Открываем. Отлично. Давай, кстати, туши сразу. Туши, черт побери. Че ты стоишь? Ты будешь тушить или нет? Открывай остальные отсеки. Они тоже горят, они тоже горят. Но этот от разряда молнии. Ну, пускай. Им тяжелее. Значит так, нужно перенести выстрел, я думаю, что по двигателю. На всякий случай вывести двигатель из строя. Меткий, меткий взгляд. Бегом, бегом. Относи боеприпасы. Враг пытается сбежать. Конечно, конечно. Что ему еще остается делать? Я так и думал, что он будет пытаться сбежать. Так, под каким номером ты, черт побери, бегом. Бегом за боеприпасами. Киллшот. Давай-ка... Делай так, чтобы в нас молния никак не попала и никак на нас не повлияла. Пушку пытается чинить. Двигатель их выведен из строя. Они не могут сбежать. Отлично, замечательно. Слушай, давай урон пускай туда распределяется. Пускай весь урон и летит в двигатель, чтобы они не сбежали. Меткий взгляд. Бегом за боеприпасами. Нет, сбежать они не сбегут. Молния на нашей стороне. Да, пытаются бедные ящерки починить двигатель, но ничего не получается. Хотя кто его знает. Хотя кто его знает. Ну что ж, а ну-ка лучше вернуться назад. Лучше вернуться назад. Читер, бегом за боеприпасами. Хватай и неси. Меткий глаз. Корабль противника. Черт, орудия почти починили. Орудия почти починили. Они сейчас начнут стрелять. Они уже начали стрелять, подам. О, боже мой. Горит, горит. Бегом сюда тушить. Бегом сюда тушить. Читер, туши, туши, туши. Так, давай, ты тоже туши. Туши, нам не надо гореть. Нам не надо ни в коем случае гореть. Вы, главное, там выживете каким-нибудь образом.
Блин, давай. Давай на место. Давай на место, иначе молния нас просто погубит. Ну ты потушишь когда-нибудь, а? Бегом боеприпасы нести. Бегом боеприпасы. Тушить. Немедленно тушить. Немедленно тушить. Бросить это дело. Все тушить. Возвращайся сюда. Капитанский мостик. Ну, боеприпасов хватит. Боеприпасов хватит. Мы должны выжить. И главное, что они не сбегут. И главное, что мы не сгорим. Корабль противника полностью уничтожен. Фух. Ну, ничего. Нас, конечно, тоже поджарили не слабо. Половинка корабля, то есть корабль наполовину разрушен, но ничего. 226, зато информация получена. Информация о Черной обороне получена. Наконец-то. В останках корабля вам удается найти записи о обороне. Ваша осведомленность увеличилась на 15%. Замечательно. Продолжить. Так, подожди. Я все-таки меняю корабль, потому что транспортник мне подходит по... Черт, подходит. Он-то подходит, но его надо починить. Его-то надо починить. Дальше расставить всех. Ты сюда. Ты сюда. Читер. Капитанский мостик. Ракетницу пока не берем. Берем огнемет. Вампир, становись сюда. Ну и киллшот становится на боеприпасы. Орудие. Пушка обычных размеров и энерго пушка. Что ж, магазин. Джека Воробей. Это Джека Воробей, ничего себе. Джинхай Ли, клан, абордажник. Я думаю, что у абордажника, вот что такое гадюка, я не знаю. Но пока, наверное, не купишь, не проверишь и не поймешь. Абордажник, наверное, должен иметь больше хитпоинтов, да? Чем что-то умение стрелять хорошо. Вот был бы Иван горностай абордажником, я бы, может быть, и прикупил. Вот стрелок из него никакой. И Жека Воробей. Вот Жека Воробей. Жека Воробей, может быть. Давай я его куплю, Джека Воробья, я просто не могу купить. Вы же все-таки пираты настоящие. Ну так, наполовинку. Может быть, ограбление посмотреть? Давай, начать квест. Перед вами стоит выбор, вам нужно решить, кто пойдет на выполнение задания. Джек Воробей пойдет. Здоровье 100, деньги 1000, награбленное 0, что это такое? Мальчик стоит на другой стороне дороги, вы идете к нему и вдруг замечаете какой-то отсвет на дороге. Закричать гранатой, отпрыгнуть в сторону, наклониться и рассмотреть поближе. Пройти мимо. Ну, граната, ну зачем? Граната. Наклониться и рассмотреть поближе эту гранату. А вы нашли монетку в 50. 50, не знаю чего. Вы подошли к мальчику, он активно зазывает покупателей. Вы видите, как мальчик случайно задел газету. Она упала за прилавок, и кажется, сам газетчик этого не заметил. Вы спросите у мальчика, сколько стоит газета, незаметно обойдете лоток и заберете газету, схватите газету и начнете бежать. Да ну, ну глупость совсем, схватить газету и бежать, да? И мальчика тоже обманывать нехорошо. Спросите у мальчика, сколько стоит монета. 50, господин. Далее. А у нас как раз по случайности 50 и есть. И вы купите газету, и его глаза... Да, почему и нет? И вы отдали мальчику монету и получили свою газету. Далее. Раскрыв газету, вы увидите объявление. Ищу соучастников для ограбления банка. Вот прям так в газете такие объявления. Всем желающим приходить в полночь к задней стене портового склада. Подожди, а это не то ограбление про шоколадные конфеты? По-моему, такое же у меня было. Подожди, какое интересное предложение. Денег не осталось, и вы решили как следует подзаработать. Вы хорошенько отдыхаете в парке до самого вечера и отправляетесь в порт. Далее.
Придя в назначенное место, вы видите у стены склада группу людей. А нет, подожди, такого вроде бы не было. Явно криминальной наружности в 15 рыл. Кажется, это другие претенденты. Ровно в полночь к складу подходит мужчина в пальто. Он приказывает построиться. «Да кто он такой, чтобы настроить?» Вы крикнули: «Да кто он такой?» Вас поддержала половина бандитов. Вас поддержали трое, и из них даже ушли. Далее. «Идиот, закрой рот и слушай меня», едва не сорвался на крик мужчины. «Это я идиот? Это я идиот? Непонятно, кто приходит к нам и начинает командовать. Бандиты оказались с вами полностью солидарны. Отовсюду начали раздаваться предложения преподать ему урок. Один из бандитов быстро подошел и нанес мужчине удар. Тут же остальные будто с цепи сорвались и начали избивать мужчину. Далее. И чем это все закончится? Ограбление банка еще куда ни шло, но убийство. Вы быстро убежали в сторону корабля. Задание провалено». Вот да, что ж нужно было делать-то? Нужно было строиться. Стоять и молчать. Вот что нужно было делать. А теперь у нас Джек Воробей проклят. Черт. Ну какой-то в пальто конь пришел и начинает нас строить. Как мы должны себя были вести? Так, хорошо. Ладно, я не хочу сложного задания, а здесь получается, смотри-ка, все сложные. Ничего себе. А здесь гроза. Да ну эту грозу. Сложно, но дело в том, что напряженность складов невелика. Чем выше напряженность, тем серьезно не отправляют корабли. Да, здесь не должно быть серьезных кораблей. Ну, хотя будет сложно. Ну и мы не простачки. Поэтому... Здесь обычная награда. Может, здесь награда лучше? Она неизвестная, а сложность такая же. Давай сюда. Атака. Блин, погода неизвестная. Вот это плохо. Погода неизвестная. Ну что ж, начать. Ничего себе кораблик, я скажу. Так, давай-ка открываем отсеки. Пушка. Знаешь что? Да, давай-ка F2 сюда сразу и F1 сюда сразу. Ну, а F3, я думаю, что без разницы куда. Хотя, может быть, и нет. Ну, поехали. Так, стоять. Накапливаем. Это будет непросто. Наверное. Но желательно бы пушку вывести из строя. А, подожди, это же у нас не ракетница, это у нас огнемет. Сейчас мы их поджарим, как следует. Так, сразу же открыть еще 3 отсека. Еще 2 орудия, ничего себе. Перенацелить, пускай справляются с пожаром. Так, подожди, мне же нужно не забывать растаскивать. Подожди, стой, ты возьми боеприпасы, потом беги. Возьми, а потом беги. Отлично. Сейчас, по-моему, начнется. Начнется веселье. Так, бегом сюда. Ладно. Открываем еще 2 отсека. Пока они пытаются тушить, нам нужно... Перезаряжается. Давай-ка в следующую пушку. Просто панику. Посеем среди них панику. Так, блин, ты кто у меня? Ты киллшот. Киллшот, беги сюда. Вампир, нет, стой, стреляй. Планшет, читер. Вот теперь пока не разберешься, кто где есть. Открываем следующие отсеки. Горят, да? Горят. Пушка выведена из строя. Может быть, перенацелить пока орудие? Давай все-таки я попробую перенацелить вот сюда, по этому орудию. Так, вы взяли, да? Растаскиваем боеприпасы.
Огонь. Меткий глаз. Меткий глаз. Снаряды раздали отлично. Блин, ну это не будет просто, да? Сканировать сектор. Здесь больше ничего нет. Здесь больше ничего нет. Значит, вампир, ты стой. Киллшот. Давай сюда. Читер на капитанский мостик. Занимай место. Паштет злой, беги сюда. Хотя нет, паштет злой нет. Отставить. Я не буду ничего видеть, я просто потеряю ориентацию в пространстве. Горят, горят. Хорошо. Значит, продолжаем. Ты беги сюда. Ты давай сюда боеприпасы. Пушка у них одна выведена из строя. Сканировать сектор, наверное, нет. Огонь продолжаем вести. Перенацелим, наверное, все. Давай так. Поджечь бы им все на свете. Ну, по крайней мере, не пытаются пока убежать. Так, ты бегом сюда, нам нужны боеприпасы. Ты возвращайся за новыми. Так, пушка выведена из строя. Корабль. У нас тоже очень сильно поврежден корабль. Очень сильно. Знаешь, я бы даже, может быть, нацелился на сейчас, в данный момент, все орудия на бои укладки. Давай сюда. Давай сюда. Подожди, ты у меня... Ты у меня тащи сюда. Меткий глаз. Так, бегом сюда, возвращайся. Блин, меткий глаз. И смотрю на сканировать сектор и нажимаю меткий глаз. Это же не глаз, надо на мишеньки нажимать. Что я делаю? Вот, отлично, давайте шпарьте со всех орудий туда. Иначе мы долго так, наверное, не протянем. Так, это кто у меня? Читер. Читер, ты куда носишь вообще? Я уже все запутался с вами. Бегом сюда, возвращайся. Киллшот. Читер сюда. Метки. Давай сюда. Ну, по крайней мере, не пытается... Взорвался боекомплект, наконец-то. Взорвался боекомплект. Ну, серьезный такой был кораблик. Может, действительно, первый мой серьезный бой за это время. Денег совсем чуть-чуть. Продолжить. Информацию о Черном Бароне. Я слышал, Зека знает, где найти барона. В общем, осталось только добыть информацию этих Зека. Магазин, починить корабль. 412. Мы столько не зарабатывали. Мы столько не заработали. Значит так, сложные задания пока что не берем. Берем середнячки и отправляемся вот сюда. Так. Ну, начать. Начать. Открываем. Давай-ка сразу вот сюда. Ну и пускай горит. Так, бери боекомплект. Киллшот тащи сюда. Можем открыть уже практически все.
Ну, практически. Меткий взгляд. Возвращайся сюда. Двигатель выведен из строя. Значит, перенацелим пушки. Вот. F2 вот сюда тоже. Поехали. Попробую справиться одним киллшотом. Ну, хотя вот надо быстрого. Надо взять кого-то быстрого, чтобы он бегал намного быстрее. И тогда будет все хорошо. Так, туши. Туши. Слушай, как-то с ракетницей было намного проще. Мне кажется, надо взять ракетницу. Повороты. Давай за снарядами. Открыть. Открыть, открыть. Все в боекомплект. Снарядов нет, снарядов нет. Нет, мне кажется, он не справляется. Или же я просто не справляюсь. Медленно, медленно, наверное. Давай сюда. Ладно, снимаем капитана с капитанского мостика и пускай бегает. Сюда. Стоять. Так, киллшот. Давай-ка почини мне орудие. Ты где у меня есть? Беги сюда. Или здесь, подожди. Здесь у меня читер. Чини орудие. Меткий, меткий. Бегом тащи боекомплект. Так, ты починил. Все, бросай наверх. Корабль противника. Черт, бьем как-то мимо. Мимо. Куда они бьют? Я не пойму. Пули летят, свистят, но где-то очень высоко над кораблем. Так, бегом сюда. Здесь кто у меня спит? Киллшот за боеголовками. Эти, смотри, здесь лечатся, лечатся. Видишь, в госпитале все ушли. Все, сейчас он взорвется уже. Ему не жить. У врага взорвался боекомплект. Возьму я, наверное, ракетницу. Возьму, наверное, ракетницу. И просто нужно сейчас, наверное, пофармить денег, потому что их мало, а на починку корабля, получается, уходит достаточно много денежек. Баржа. 5400. Баржа. 3 отсека для орудий, но денег нет. Денег нет. Смотри-ка, здесь легко. Вот и пойдем вот сюда. Вот и пойдем сюда, только единственное, что я снимаю этот огнемет и ставлю среднюю ракетницу. И поехали, да? Поехали. Просто ради денег. Славы мы, конечно, не заработаем. Что там? Начать. Открываем. Отлично. Так, подожди, отлично, орудие. Давай. Огонь сюда, огонь сюда. Ну, а ты куда-нибудь вот сюда. Поехали. Вперед хватай. Беги. Ты тоже хватай. Ничего себе прилетело. Ничего себе прилетело. Смотри, как хитро. Заморозили и еще и огнем. Еще и огнем пульнули. Вообще с ума сойти. Вот это приплыли. Вот это приплыли. Надо тушить, надо тушить. Бегом сюда. Главное, что пушка выведена из строя. Открываем все остальное. Перенацеливаем сюда. Беги в следующий отсек и туши, иначе мы сгорим просто. Сгорим, надо отсеки тушить все-таки. Спишь? Молния. О боже мой, нет, туши, туши отсек. Мне нужен другой. Бегом сюда вниз. Метки, метки. Молния, молния. Читер, бегом сюда.
Так, ну что, откроем остальные отсеки. Давай сюда тащи. Нет, ну все. Корабль добиться гремит, молния сделала свое дело. Корабль уничтожен. Все, вернулся, чуть отвлекают. 366 и киллшот повышение уровня. Магазин, починка 101. Ну, пока что в плюсе. Пока что в плюсе. Здесь средний, неизвестно кто, и солнечно. Ну, давай. Давай. Вылетаем. Начать. Открываем капитанский мостик. Ну, за неимением, подожди, перенесем огонь сюда. Давай сюда. Открываем дальше. Блин, ну почему ты сам вот не берешь и не несешь, а? Ждешь, когда тебя пошлют. Давай капитана, наверное, снимаем. Оно не так будет все, наверное, напряжно. Поэтому давай сюда несись. Вот враг пытается, черт, пытается, весь урон сюда. Меткий. Надо двигатель вывести из строя, срочно. Так, бегом за боеприпасами. Черт. Мне кажется, уйдет. Уйдет, сволочь. Уйдет. Враг убежал. Трус. Нет, ну я бы тоже, наверное, сделал на его месте так. Ну ладно, сбежал с моими деньгами. А мне теперь ремонтироваться-то надо. Ничего не изменилось, кроме того, что я должен теперь... А, нет, подожди, ничего не должен в ремонт. Я ничего не должен. Противоабордажный корабль. Вот это тоже штука интересная, наверное. 5600. В общем, сейчас нужно, наверное, влаживаться в деньги, чтобы что-то позволить себе более серьезное. Ну, пока что половина, в принципе, половину информации о обороне собрали. Остальная половина, наверное, дастся посложнее. Ну, в общем, я, наверное, на этом закончу поиски пока что. Скажу вам спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч, конечно. Пока.